Здравствуйте, мои необыкновенные благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, осознал ли он твою ценность. За личными освещениями пишите мне в личку, в Инстаграм и в Фейсбук. Ссылочка в первом закрепленном комментарии. Осознал ли он твою ценность? Знаете, как могу сказать, что мужчина очень долго закрывался от этих осознаний. Но благодаря вот женской линии, либо же матери, либо же, да, здесь идут духи прошлого, женская конкретная энергия ему показала вашу важность и вашу ценность. Вот как интересно. Никто... А, здесь во сне пришла к нему информация, да, если родители, либо же женские энергии из прошлого ему донесли информацию о вашей важности и о вашей ценности. Раскрыли ему буквально глаза, но тут яичко лопнуло. Не знаю почему, но идет информация и об этом. И здесь идет очень сильное эмоциональное и физическое напряжение у мужчины до слез. Вот честно могу сказать, осознал до слез. Вот так вот он озвучил. Ну что же, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.